Мы достаточно давно, уже лет там 10 или даже больше, занимаемся разными направлениями ТАИР. И сначала для себя, а теперь для, собственно, наших заказчиков предлагаем такую модель, которая называется «Простой ихнет-элементы», которая состоит из определенных кубиков, которые, собственно, представляют такие составные части в организации процессов ТАИР и управления надежностью, с помощью которых строятся различные системы управления. Ну, соавторы этой таблицы мы всегда берем понятную таблицу Менделеева. Она очень проста в понимании. Собственно, мы хотим добиться такого же понимания от нашей системы. И, собственно, на наших вебинарах, семинарах мы эти элементы постепенно описываем, раскрываем с тем, чтобы у слушателей было понимание, что стоит за каждым элементом, где он используется, в каких методиках планирования ремонтов. И тем самым появляются некие именно базовые такие основы для построения любой системы управления. Как устроена эта таблица? Она устроена в виде таких колонок и строчек. Есть понятие группы элементов. Но опять-таки по аналогии с таблицей элементов химических, у нас они тоже условно выделяются такие группы. Опять-таки наш опыт многолетний показывает, что в основе любой системы управления необходимо иметь актуальную информацию. То есть информация, она описывает оборудование, она описывает технологические системы, в которых это оборудование работает, описывает взаимосвязи. И все это выливается в некий набор справочников и данных. Поэтому вот эти вот две группы элементов, справочники и данные, они по сути лежат в основе нашей концепции управления. Следующая группа элементов – это оргструктуры. Соответственно, если есть описание объектов, есть понимание, как устроена там технологическая система, понятно, что нужно иметь какие-то ресурсы для обслуживания, для эксплуатации этого оборудования, для ремонта. У нас называется группа людей – это организационные структуры. Отделы, управления, департаменты – то есть все это некие группы людей. Очень важный момент для построения целостной системы – это ролевая модель управления. То есть не просто отдел подготовки ремонтов, а внутри этого отдела есть определенные люди, которые занимаются определенными обязанностями. Ну вот в нашей модели это называется роли. Есть роли. Самое главное у нас – это управление планами, то есть планировщик, инженер по надежности. То есть это именно такие роли, которые описывают обязанности человека. Следующая группа элементов, которая необходима для построения действительно эффективной системы управления, это автоматизация. В зависимости от процесса, который вы рассматриваете, есть разные системы, либо функции в системе корпоративные. И вторая задача – это интеграция. То есть нет в мире ни одной системы, которая покрывает все процессы одной как бы системы. Есть бизнес-процесс, есть технологический процесс. Соответственно, СУТП и ERP-системы, они покрывают эти разные процессы разными возможностями. Следующая группа элементов, которые мы рассматриваем для обеспечения целостной модели, это технические средства. Это вот то, о чем мы всегда говорим обычно. Это приборы, инструменты, некие средства диагностики, которые необходимы нам для выполнения работы по ремонту, либо для диагностики. Это непосредственно материальный объект. Обязательный элемент процесса любого управления, менеджмента, это некие ключевые показатели. То есть набор измеримых показателей, которые нам позволяют оценить этот процесс, либо эту там функцию. Соответственно, под каждый процесс у нас имеются некие типовые показатели. Ну и последнее в нашей таблице, в нашей системе методологии простых нет элементов, есть понятие документы. То есть это некая финальная форма информации, когда документ, собранный из разных справочников и данных для разного там подразделения, печатается, ставится подпись. Но, к сожалению, либо к счастью, в российской системе организации ремонтов есть очень много обязательных документов, связанных с безопасностью производства и людей. Поэтому элемент он тоже должен быть.